О, куда нас с вами занесло, дамы и господа. Я рад приветствовать вас. Первый раз я здесь нахожусь. Это улица Тимирязева, 26. Жилой комплекс, который называется «Адмирал». Судя по кондиционерам, здесь еще ремонтировать и ремонтировать. Но у нас здесь одна квартира, в которой мы делаем сейчас ремонт. Вам, естественно, покажем. Ну, а вот в этой плотной застройке центрального Сочи, да, на высоте определенной, на возвышенности вот этот дом находится. Плотные, видите, застроечки, да? Здесь есть еще предложения по квартирам. Сейчас я вам покажу. Вы с правой стороны сейчас видите, какие есть предложения, по каким ценам. Это многоквартирный дом, статус квартира. Все как положено. Сейчас мы зайдем, посмотрим, как выглядят подъезды. Подъезд, вернее, один. Вон, все аккуратненько. Дом сдан. Даже есть лифт. Вот, ну, на лифте мы не поедем, потому что у нас есть на первом этаже квартира, в которой мы делаем ремонт. Мы уже делали черновой, сейчас делаем чистовой. Кстати, даже два лифта. Ну, аккуратненько все. Есть, смотрите, вот такие вот двери на 4 квартиры. Вот такая декоративная штукатурочка. Какие-то двери, видите, вовнутрь, какие-то наружу. Но я так думаю, хозяйка квартиры поменяла эту дверь, чтобы она открывалась как положено. Чтобы это было удобно и функционально. Смотрите, здесь у нас ремонт подошел к концу. Давайте посмотрим, что и как у нас выглядит. Ну вот, посмотрите, потолки уже Денис сделал. Трековые светильнички. Здесь поклеены обои. На полу керамогранит. Смотрите, какое шикарное большое зеркало в прихожей с бра, которое еще нужно установить. Заходим сюда. Здесь у нас кухня. Смотрите, как на кухне сделали фартук. Достаточно большой, объемный. Осталось затереть. Да, осталось затереть швы только. 60 на 60, очень красиво. А, нет, 1,20 на 60. Это вот уже здесь делали вот такое уже. Ну и уже установили вот такую вот небольшую кухню. Вытяжка. И я так понимаю, на первом этаже вот такой вот выход есть на террасу. Кондиционер уже здесь установлен. На полу тоже везде керамогранит. Пойдемте дальше с вами. Так, это еще одна комната. Также кондиционер здесь, светильнички. Все здесь сделано и поклеено. Вот такие вот обои. И напротив другие обои. Угловая получается квартира. Тоже есть выход. Ручки у нас нету. Ну, куда выход? Здесь. Получается балкон французский. И вот откуда мы с вами заходили. Вот такая спальная комната. Дальше давайте посмотрим. Здесь у нас еще нужно установить теплые полы, датчики. Вот тут у нас под шкаф. Далее вот это у нас санузел. Формат плитки, видите, разный. Здесь под дерево сделан, здесь душевая. Так это закрывается все. Фурнитура вся уже стоит. И тут фактически остается только убраться, клининг сделать. И все. Есть вот такое зеркало. Окошечко и водонагреватель. Тумбочка. Двери также установлены. Светлые тона. Очень симпатично смотрится. Красиво. В общем, вот такой вот ремонт у нас на завершении. Остается прям детали определенные. Что-то хватило, что-то не хватило. Сейчас мы этот вопрос будем решать. Напишите в комментариях, как вам данная квартира, ремонт и сам комплекс. Будем рады вам помочь сделать ремонт
а также помочь приобрести квартиру вашей мечты, если вам это необходимо будет, с выбором наиболее лучшего района. Все, смотрите дальше. Так, следующий наш объект вот с такими бананами, да? Смотрите, они у нас в Сочи не вызревают. Ну, какое большое достаточно дерево, да? Гляньте-ка, пальм. Вот такие вот бананчики растут. Это улица Гагарина, и это жилой комплекс Вена, в котором мы делаем две квартиры, но посмотрим мы сегодня одну с вами, где у нас производится чистовой ремонт. Итак, давайте, дамы и господа, посмотрим. У нас уже на завершающем этапе чистовой ремонт. Стены здесь у нас обои поклеены, натяжные потолки. Такая вот люстра в коридоре. Здесь у нас коллектор расположен, потому что здесь газовый котел, индивидуальное отопление и система водяного пола. Это у нас щиток с автоматами. Здесь также будет закрываться это все мебелью встраиваемой. На полу керамогранит. Вот такая вот красивая, симпатичная дверь с окантовкой железной. Я тоже такую себе покупал, потому что вот эти углы, они не будут царапаться. Поэтому очень правильно, есть светлое, есть темное. Далее заходим в санузел. Здесь сейчас устанавливают остальную фурнитуру, которая необходима. Вот такую подсветку интересную сделали, душевой. Обратите внимание, 1,20 на 60 плитка горизонтально уложенная вот такого цвета, да, и вот такого. Очень-очень симпатично получилось. Синюю затирочку сделали. Вот. Здесь инсталляция. Полотенцесушитель поставили электрический. Далее проходим по квартире. Редкий случай, когда уже какая-то часть мебели устанавливается. Обычно мы ключи отдали, ушли и все. А здесь вот вы видите, уже установили вот такую вот декоративную перегородку. И сейчас установили кухонный гарнитур. Вот таким вот образом. Здесь мойка. Интересное. Здесь холодильник. Вот такой вот балкон. Тоже на балконе мы укладывали керамогранит. Такой вот он. Вид получается. У нас там жилой комплекс. Раз, два, три. Парковка, на которую мы заехали. И вот здесь вот была лоджия. Ее объединили. Утеплили все, что нужно. Сделали подогрев пола. И получилась зона вот такая вот. Обеденная. Подогрев пола здесь установили, фурнитуру. И вид получается вот такой вот панорамный. Симпатичный. И есть еще одна комната. Давайте зайдем, посмотрим. Здесь уже завезли диван, еще пока не установили до конца. Нужно установить кондиционер. Также здесь уложено... Плитка 1,20 на 60, серые вот такие вот обои, дверь, вот так вот выглядит это все, очень симпатично. Еще нужно установить освещение, вот, и получилась вот такая вот спальная комната с вот таким французским балконом. Ригельная система вот здесь вот применялась, и также вот хочу заметить, что если... Вот эти колонны мы клеим иногда обоями, то верхние, вот эти вот потолочные, конечно, лучше всего делать под покраску. Но это определенные, сразу вам скажу, что затраты. Плинтус здесь МДФ, запилены с углами под 45 градусов. Все аккуратненько. Вот такая вот готовая уже квартира, которую уже, можно сказать, мебелирует. Заканчиваем. Прямо вот последние штрихи, и уже можно заезжать вот в такую квартиру. Оцените наши работы. Будет очень приятно, если вы напишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось. Вот, здесь еще кондиционер будет устанавливаться. Ну, вот такой вот проект мы, можно сказать, уже завершили. Если вам понравилась наша работа, пишите в комментариях, звоните.
если вам нужен ремонт, если вам нужен дизайнерский проект, то, пожалуйста, у нас есть Виктория, которая занимается проектами. На нашем канале много достаточно видео, где мы показываем уже конечный результат работы. Ну, а это у нас квартира в копилочку попадает законченных ремонтов в нашей компании. Звоните, пишите, будем рады ответить на любой вопрос. Пока.